Всем привет! Сегодня один мой друг рассказал мне об вот этой игре Ай-Ниндзя. Он сказал, что игра чертовски сложная и что я не смогу добраться до какого-то синего пояса. Я вообще не имею представления об этой игре, что тут надо делать. Я только немножко покопался в настройках и поглядел на менюшку. Со мной еще сидит сейчас Руслан, он глядит на мой экран, мы трепимся по скайпу. Норм. Да. Ну что ж, New Game, давайте. Начнем. Новую игру. А, Руслан не будет слышать, что герои говорят. Если они вообще что-то говорят. Стоп, а экран должен быть в клеточку? Да, это какой-то баг. Говоришь, когда эта игра вышла? В 2004 году. Или в 2003. О, он убил его! Да, у него голова отвалилась. Да, я был бы больше в шоке, если бы убил такую хрень. Таких штук, которые вот только что взял этот ниндзя, еще больше, и он должен всех их достать. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, я полетел. Ненавижу пельмени. Окей. Всегда, когда мы что-то записываем, ты жрешь. Сегодня я не жру. Сегодня я перекусываю. Окей. Ням-ням-ням. И вообще, нельзя нарушать традиции. Да. Ниндзя, listen up. Complete a mission for me, and I will give you a grade. With grades, you will earn belts to show your mastery of the ninja way. О. Ок. Прыгай. Не хочу прыгать. Проходи миссии, и я буду тебе давать грейды. С грейдами ты... Я не знаю, как... Я не помню, как переводится грейд. С грейдами ты будешь получать... пояса. Нам надо достать всего лишь синий пояс, и все. И я докажу, что... И все такое. Ну, норм. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. A stitch in time is worth two in the bush. Это бред. Окей. Окей. Вот видишь, он согласился. Ranks are using Takayama's right eye as a laser turret. Get it back. When you find it, you need to roll it back to this beach. Good luck, ninja. Мы сейчас пойдем за... Это твое имя? Глазовый ниндзя? Нет, это мое имя просто ниндзя. Мы сейчас какой-то Ай-ниндзя для робота будем доставать. Ура! Не очень хочется вникать в сюжет. Ха-ха-ха. Оба, на. Почему они зеленые? Кто зеленый? Чего у тебя меч зеленый? Меч зеленый? Угу. Да ладно, меч. Сам ты меч зеленый. Про. Так. Ну давай, паркур. Стандартное. Да, паркур. Стандартное управление во всех платформерах. Прыжок это просто прыжок, двойной прыжок это. Ну, дважды. Ну, в общем, ты понял. Ах. Так. Сейчас перс начинается. Зай. Right and forward. Давай, оба. О, принц Персия стайл. Что? Принц Персия стайл. Ёпта. О, эй, что такое?
Помните, this checkpoint will... Как его взять-то? Это чекпоинт, блин! Его брать не надо? Нет. О! Здесь зеленый меч. Стой. That is your berserker rage. When you fight, it fills up with anger. And right now, it's ready to blow. Давай! Берзарка! И чё? Теперь ты рейдж. А, да, я теперь сильно бью. Ой, бочонки какие-то. Так. Ну, try out this special. Окей. Okay. Так, ладно, значит, надо по-другому. Просто я допрыгну. Неспроста, а тот чувак сказал то, что я не дойду до синего пояса. Я даже тут пройти. Кто это тебе сказал? То есть синего. Саньё сказал. А, Ценжо. Саньё. Нет, тут нельзя говорить, он же твой друг. Ладно, я буду есть пельменьки. Я хочу так пролететь. У меня тут не получается. Есть еще одна идея. Ребят, я понял наконец-то, как это пройти. Просто надо было нажать на секретную кнопочку. Ола! Ха-ха! И, кстати, мы не смотрели проходняк на Ютубе. Только что, да-да. О, ну хорошо. Там Герман что-то делал? Да, я в туалет ходил, да. А Руслан пошел за новыми пельмешками, так что. Ну, отмазка годится. Трава. Рубить траву. Кстати, за рубление травы дают еще очки. В виде пшеницы и хлеба. Обожди, у меня 30. Так, я включил хром, но что-то как-то. Ой. Нифига не хромится. О, ничего. Нет. О, нет. О, а, нет. Во. Во, о, нет. У него как у Шреддера из черепашек. Неправда. У него как у хищника. О, нет. Какого хищника? Как у Росомахи? Не, у Росомахи три штуки. Угу. Так, сунь. Так, все. Руби их. А, кстати, есть еще идея, то, что надо обрезать там, где мы просто херней страдали. Ну, то есть не страдали, пытались перепрыгнуть. Чего ты это говоришь на записи, объясни мне? Надо это обрезать, короче. Почему я этого чувака не могу? Ушел вот золотой, так? Комбо использовать. Да, спина так. Спина так, это что? Так, спина так, это вот это. Нет. Да, во, ха-ха. Я его порвал. Правда, у меня наполовину порвал. Ну, ладно. Так, деньги. Деньги дайте! Деньги сейчас пропадут, ну. Во. Деньги. Для чего нужны деньги? Ну потом мы узнаем. Я думаю, покупать шматьё и все такое. Да ладно. Да кто его знает? О! Это хрень! Знакомое местечко. Это было. Мы долго смотрели с Русланом на менюшку, и появилось демо. Чё творить? Появилось вот такой вот, вот этот... Ой, появились уже враги. Ой, сзади! О, видал, как я их всех? Херакш. Что за... Тебя убили. Ты лох. А почему меня убили? Боже, ты лох. О, нет! Только не это упоротое место. Бей! Да я вижу. Давай, режим берсерка. Базака! Базака! Берсерка, я банана. Окей. Стой, бэк! Знаешь, ты иногда вот мы там что-нибудь говорим, и ты просто начинаешь рандомно нести чушь. Как ты мне обычно присылаешь вот всякие смс-ки. А чё, это помню? Иногда мне что-нибудь там пердун пришлет. Че он там мне еще пришлет?
Чё они там еще? Всякое, короче, присылает. О, я думаю, это сейчас Руслан мне написал. Не правда ли, Руслан? Он, да, молчит сейчас, значит, это он пишет. Так, трава. А за траву тоже этот режим берсерка пополняют. Слышишь? Чё? За мочилово травы тоже режим берсерка пополняется. Поняло. Да. Лишь траву словить берсерком. Да. А я буду есть китайскими палочками русскую еду. Окей. Что? Китайскими палочками русскую еду? Это как пельмени китайскими палочками. Очень удобно вообще-то. Окей. Оу. Оу, оу. Я сдох. Почему там X2 мне теперь дали? Комбо! Хм. Окей. Your sword hover would carry you further than a double jump. Remember this? See a big gap. О, не та кнопка. Ты что делаешь? Какой-то о-о. Я только что заметил, что софиты похожи на Forever Alone. Кто похож на Forever Alone? Софиты. Походу, когда дотрагиваешься до врагов, они тоже что, КПС у нас? Чёрт, он золотой! Это какая-то вообще странная игра. Согласен. О. Ой, чё? Деньги. Почти все одним сразу. И здесь кнопочка Quick Save, как в Half-Life. Тупо это только чекпоинты. Ешь траву! Трава! Трава! Да. Трава. Трава. А, да, чекпоинт. Где чекпоинт? Трава! Нет, чекпоинт. Нет его тут нигде. Окей. О, лёд и чекпоинт. Так, режим берсерка. Работает так. Где враги? Во. Бажака! Айшан Бдуля! Даниан Шабдуля, берзерка. Окей. Давай, бомбу. Все, я всех перемочил. Ты герой. Да, почему мне больше хп стало? Когда врагов мочишь, хп пополняется. Я этого не заметил. Это надо... А? Поеду так в берсерке происходит. Наверное, берсерки. Я это уже понял. Спасибо, капитан. Ой, капитан. Опа. Так, а нельзя? Только паркур. Только хардкор. Ладно. Давай. Деньги. Да ты прям Соник. Я всегда знал, что я Соник. И чё теперь так? Ха! Это реально, вот это по-сониковски. Давай! Беги! Потом деньги будут. Хардкор. Попал. Чё там, чейн какой-то? Оу. Спасибо. Так, run down the track and throw your chain. Throw your chain? Понял. Типа вот так вот. О нет! Что за хрень? Она меня телепортнула обратно. Throw Иди нафиг! Chain. Иди нафиг, chain. So. О, чекпоинт! Я чуть не свалился. А кстати, я хочу сказать, ничего, такая игра. Да. Деньги. Пельмешка. Нет, деньги. Нет, пельмешка. Пельмешка всегда. Так. Херакш. Оу. Пофиг, что я смотрю через карту, но все равно офигительная графика. Что ты смотришь?
Я смотрю эту штуку через скайп, но все равно офигительная графика. Нормальная графика. Тут, правда, вот такие глюки. Ма. А так в многих играх. Таких как Borderlands, там второй, допустим. Сам ты, Red где Red ты видел во втором Borderlands такой глюк? Да. Где? Вообще в него не играл. Ты играл? Ну и что? Значит, ты видел? Я не видел ничего. Ну ты слепой. Сам ты слепой. Кто считает, что Руслан слепой, ставьте палец вверх. Кто считает, что Герман дурак, ставьте палец вверх. Не ставьте. Че за так пару тысяч просмотров и один лайк? И то от тебя. Нет, я сам себе лайки не ставлю. Сам лайки ставить себе только... Не знаю. Ну бьё? Да. Как ты? Нет. Я уже полтора года на ютубе. Нуб! Сам ты нуб! Нуб. Нуб. Во, я монетку взял. Прыжок! Я уже прыгнул после того, как ты сказал прыжок. Скайп глючит. Да, по-черному. Ням-ням. Эй, чувак, я хочу тебя убить. Оу, ну, конечно. Чё? Ты б так не смог. Да он катится. А, это... Оу. Оу. Оли, чёрт! Деньги? Знаешь, кто ты? Руслан, скажи четырёхъядерный процессор. Извини, у меня пельменька во рту. Скажи четырёхъядерный процессор. Почему прыгать на эти штуки нельзя? Не знаю. Скажи четырёхъядерный процессор. Подожди. О. О. Ау, боулинг, ей, давай, все, го. А, это тот глаз, который... А, да, в натуре. Да, надеюсь, это он. О, чё, это, время, я тоже его заметил. Ау, мины! Нет. Это не мины были, это враги. Мины. Бей их! Ха-ха-ха! Страйк! Четырёхъядерный процессор. Окей. И... Страйк! О, я сейчас сдохну! Лол. Сам ты лол. Давай, страйк! Что ты лол? Что? Что такое лол? Ты лол. Что такое лол? А хрен знает. Лол, я торжу не могу! Ну ты нубьё. Ой, кто бы говорил. Я сейчас... Время кончится! Ва-ва-ва! Время кончится! Ва-ва-ва! О, гел! Там чуть-чуть осталось! Надеюсь, мне сейчас не с самого начала. Самого-самого начала. О, слава богу. Да, я понял уже. Я еще видел там то, что... Да, вот, две жизни осталось. Вот, это типа... Ну, как стой. Я не попал. Давай. А, о, попал. Оп. Страйк. Нечестно. Сам ты нечестно, страйк, все честно было. Я пельмешки ем. Ну и что? Страйк. Я тоже буду сейчас страйкерить. Окей. Страйк! Нуб! X3, ну? Какой нуб? По-любому. Угу. О нет! О нет! Окей! Okay. О нет! О нет! End of the mission, bitches! О, давай! Давай! Чё, почему я кручусь? Отбей тебя! О! Оооо! Mission complete! О, мне дали новую жизньку! В банк что-то добавили. Ранкс банк, еще что-то добавили. Это что-то мне добавили. Ааа, я понял! Сначала белый пояс, потом желтый пояс, потом хрен знает какой пояс, я думаю красный, а потом синий. Понял? Белый, желтый, оранжевый.
Даже забыл. Я когда-то хотел. Смотри сейчас. Ты все равно. Зеленый про это был. Загоняй на Википедию, посмотри там что-то. Терминатор, блин, с одним красным глазом. Давай замутим мозг. И сошком. Это просто второй не видно. А, не, его там нет, наверное. Так, ну вообще, побегаем по миру, посмотрим, что как. Вообще, первое впечатление о игре у меня довольно положительное. О, мучает жопу он зайти. Не жопа. Жопа у него там, наверху. Ну да, зайдем ему в жопу. Зайди ему в жопу. Не хочу. Будь крестом. Заходи в жопу. Короче, первое впечатление об этой игре у меня довольно положительное, потому что такая веселая мультяшная графика. Сложность вполне нормальная, то что не на одном дыхании проходишь игру, а еще можно немножко побеситься. Полез... Как я это делал в 13 серии прохождения игры Черепашки Ниндзя 3 Кошмар Мутанта. А где все ХД? Нет, ХД это 9. Ну, окей, давай. Чего они сделали робота соском? Мне что-то интересно. Ну, наверное, мы ему потом второй сосок достанем. Как только что глаз. Погоди. Можешь показать его полный рост? Кого? Я бы хотел его озвучить. Робота? Так, где изберёшь? Нет, лучше ниндзя озвучил. Окей. Ох, блин, ты видел его рот? Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, если вы ждете еще вот этого. Вот этого. Йони... Как его? Блять, ему яйца отрезали. Даже шрам остался. Что? Ему? Смотри, робота? Где? Вон, блять, вон. Не ругайся, где? Вон, шрам. А, да. Пасхальное яйцо. И то отрезанное. Да. Так, что я говорил? Я говорил то, что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, если хотите еще вот этого... Как вы, забыл? Ай-ниндзя. Ай-ниндзя. Вместе с Русланом по скайпу и все такое. О, там еще что-то есть. Там солнышко! Я ниндзя плавать умею. Да, беги по воде, будь Иисусом. О. Я не могу бегать по воде. Ну ты нуб. Это Ю-ниндзя. Блин, Ай-ниндзя, нуб. Ю-ниндзя. Да, прыгай. О. Офигеть. Ну, по-моему, норм. Во! На таком закате красивым я закончу свою серию. Блёх. Давай. Всем пока!